Скажи, прежде чем мы перейдем к конкретным датам, можешь ты сказать что-то про вообще про следующий год, какие там энергии, на что можно обратить внимание, так вот глобально для всех, да, потому что не все даты мы разберем, да, не сможем все, но вот хотя бы такие рекомендации на следующий год, на что обратить внимание, что наоборот припрятать на потом. Да, конечно. 2022 год, если сложить три двойки, это в итоге шестерка. Шестерка — это энергия или цифра, которая означает любовь, которая означает отношения. И это не только любовные отношения, это могут быть какие-то деловые отношения, любые отношения с людьми, взаимоотношения, хочу так Партнерство, да, сказать, вот, да, любое партнерство. И это красота, раскрытие таланта, творчества. И вот самое главное, наверное, что мы должны сделать в этом году, это все-таки не навне обращать внимание, а вот внутри себя. То есть прежде чем давать любовь, прежде чем строить отношения, мы должны были быть сами наполнены любовью к себе. И вот тут у многих уже сразу самый большой вопрос всплывает. То есть вот это 22-й год, мы должны, это год трансформации, перехода. Мы должны будем поменять фокус нашего зрения не на вне, а вот на свое внутреннее состояние. И Но кто уже сможет потому, это... что мы уже это делаем третий год, да, то есть 2 года у нас трансформации, следующий год, друзья, у нас год трансформации. Да, любовь к себе, вот раскрывать не на внешнее, а на внутреннюю силу. Потому что во внешнее в этом году также будет колбасить, бить, будут большие перемены, будет все становиться с ног на голову. И То есть если еще... спокойнее нам не будет, да? Нет. Опять же, насколько вы будете устойчивы, насколько у вас вырастили этот стержень, насколько вы уверены в себе, насколько у вас связь с высшими силами, с землей. Называйте это как хотите, у каждого свои какие-то ориентиры. Если вы выстроите вот это, вас ничто извне не особо не собьет с пути. Если же человек не выстроен, его будет колбасить. Простите за выражение, но это так. То есть наша задача выстроить опять вот этот столб равновесия. Я всегда призываю тянуться к свету, к вере, к любви, наполнять себя вот этой позитивной, доброй энергией. И тогда вас не будет касаться, вас, ваших родных, вашу семью, не будут вот эти внешние какие-то волнения особо касаться. Значит, растите в себе внутреннюю красоту, да, и выводите ее вовне, насколько вы. Занимайтесь творчеством, обучайтесь, инвестируйте в себя. Понимаете, вот это все про себя, опять любовь к себе. Все, что мы не делаем, бизнес это или отношения, чтобы это все было через любовь к себе. Вы это делаете не потому, что вам надо зарабатывать деньги, а потому что вы любите это делать. То есть вот этот вот, если вы через эту призму научитесь жить в этом году, то у вас все будет получаться. Позитивно думайте, потому что мы будем притягивать именно то, из чего мы сами состоим, и куда мы направляем нашу мысль, то мы и притягиваем. Но это как бы все время с нами происходит, да? Просто ты говоришь, что в этом году это будет наиболее видно, да? Наиболее активно. Потому что многие ценности, которыми мы сейчас живем, деньги, слава, подписчики и так далее, они в этом году будут пересматриваться, и акцент пойдет на внутренние ценности. Какой ты человек? Какую пользу ты даешь другим? Что ты из себя представляешь? И вот кто ты? Если вот ты маленький лучик, и кто-то рядом еще один лучик, таким образом, то есть мы не показываем, не тыкаем пальцем на весь мир, вот правительство, еще что-то. Начните с себя, со своей маленькой ячейки, и тогда вы принесете намного больше пользы, чем вот это вот волнение, которое и так более чем достаточно в наше время. Но это сейчас популярная вообще, смотрю, такая тенденция в мире, да, потому что очень много людей вышло из тени, да, сейчас много информации, много всего,
И поэтому сейчас тенденция больше поворачивается именно в одну ценность. Ну смотри, если кто-то слышал про переход в пятое измерение, то есть мы уходим с дуальности и переходим, мы привыкли жить, вот если мне хорошо, кто-то должен поиграть. Это же не так. Нам надо всем стремиться туда, где всем хорошо. И мы все дополняем друг друга, и это прекрасно. Ты мастер своего дела, я мастер своего дела. И многие даже вот коучи не боятся общаться друг с другом, потому что боятся потерять клиента, вообще что-то. Но это же опять из какой энергии ты выходишь? Из энергии любви или из энергии страха? Если ты чего-то боишься, это уже негативная энергия. И вот надо изначально уже фильтровать. То, что сейчас в мире творится, нам очень сильно вот эту... Опять же, нам мешает перейти, нам мешает эту целостность в себе взрастить. Нам мешает, нас наоборот испытывают, да, огранку нам такую делают, да, что мы вышли с каждой со своими алмазами. Да, да. Тема свободы, приобретение внутренней свободы, в первую очередь, сбрасывать все ограничения. Это все вот этот путь развивать таланты обязательно, обучаться, развиваться. Вот этот год для этого. Здорово. И все хорошие годы, кого ты читаешь. Все хорошие годы. Да, конечно. Только так. Ну а как иначе? Ну а мы рождены с надеждой, вот с верой. Все-таки я верю в доброту. В хорошие. И даже если что-то, у меня тоже случаются вещи, которые мне не нравятся. И я уже научилась не сидеть, вот почему у меня такое. Думаю, так, ситуация случилась. Для чего она мне случилась? Если кто-то заболел, я сразу думаю, что я сказала, сделала или подумала не так. Потому что это то есть надо отслеживать причинно-следственную связь. И когда ты начинаешь это отслеживать, ты понимаешь, для чего это пришло и что ты можешь сделать. И, как правило, вот эти переломные какие-то проблемы, они нам даны для роста. И вот сейчас, что творится в нашем мире, вот это, как бы, с одной стороны, разруха, если в минусе, все будет рушиться. Но если в плюсе, мы переходим на новый виток трансформации. И вот опять же, куда вы свое направите внимание, на разруху или на трансформацию. Я уверена просто, что у тебя, ты и твои подписчики — это те люди, которые выбирают трансформацию. Вот, все. Да. Поэтому все будет хорошо. Вот пишет нам Елена, мы выбираем сами, радоваться нам или страдать, да. Мне очень нравится фраза Мураками, он пишет, что боль неизбежна, страдание — это выбор каждого. То есть боль, она всегда может быть, да, и мы не можем с этим ничего сделать, но мы можем выбрать, страдать нам или не страдать. Да, абсолютно верно. То есть со мной тоже встречаются, многие говорят, ну да, Таня, конечно, легко быть позитивной, когда все так хорошо, но... Тебе хорошо, да. Да, ну хорошо, все хорошо, слава Богу, но у меня тоже бывают вещи, которые мне не всегда нравятся. Но я знаю, даже если хочется плакать, вот, наверное, тоже важно... разрешить себе какое-то время поплакать, вот тоже выпустить, что я не умела делать. И слава Богу, я это в клубе научилась. Потому что я запрещала себе плакать когда-то. А все-таки вот, если вот хочется поплакать, но потом, но это не плакать день, два, неделю, три, а вот поплакал, выпустил эти негативные эмоции, собрался и перестроился опять на позитив. Да. Как это работает? Марьяна нам пишет, благодарю вас за эфир, очень интересный, много инсайтов получила. Кто не смог прийти, кто не успел оставить дату, обращайтесь к Тане под этим эфиром. Будем ее ник, да, к которому вы можете перейти, подписаться, следить за эфирами и так далее, приходить на консультации. Я желаю вам хорошего года, успешного, с любовью к себе прежде всего. И любите себя, относитесь к себе очень бережно. И это важно, потому что единственный человек, который всегда с вами, это вы сами, от рождения до смерти. И заботьтесь прежде всего о себе. Это нормально. Там разрешают. И
Тань, скажи что-нибудь нам тоже, и мы будем заканчивать наш эфир. Благодарю тебя за все, что ты нам рассказала, за то, что ты согласилась прийти. Я прошла часть обучения, была увлекательной, Татьяна, великолепный педагог. Возможно, в соседних определенных датах. Ольга, да. Спасибо, благодарю. Я хочу пожелать в следующем году всем нам. Наверное, это банально, но это же самое главное, как ты сказала, Ирочка, любовь, счастье. В этом году желаю вам здоровья, важно. Мы все должны быть целостны, как душевно, духовно, так и физически. Пусть вас обойдут какие-то все эти невзгоды, и будьте в счастье, радости, красоте, здоровье. Раскрывайте ваши таланты, наслаждайтесь этой жизнью. И несмотря ни на какие ограничения, столько много чудесного, прекрасного, что можно все равно делать, чем можно вдохновляться, развивайтесь, обучайте. Пробуйте новые методы, приходите к Ире на консультацию, ко мне на консультацию, приходите на обучение. У Иры скоро откроется тоже своя огромная школа. Так что развивайтесь, и все будет хорошо. И я уверена, что через год мы встретимся, Ирочка, опять в прямом эфире, и я вас всех приглашаю, чтобы вы сказали, насколько... Что было у вас в этом году, который уже потом пройдет, закончится? Что вы достигли? Что сбылось, не сбылось? Получилось, не получилось? Вот это интересно, это всегда интересно. И обязательно получите новые, да, тогда еще следующий 23-й год. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Спасибо всем, кто посмотрит записи. Желаю вам найти свое счастье в новом году и остаться с ним навсегда. Всего вам хорошего, доброго, светлого. Мы с вами прощаемся. Пока-пока. До встречи в следующих эфирах. Спасибо большое. Пока.